Кубарем скатилась с высоких скал. Жительница Челябинской области пострадала в природном парке, упав с высоты 40 метров в ущелье. Ее спасение очевидцы сняли на видео. Сообщается, 18-летняя девушка из Магнитогорска сорвалась, когда прогуливалась со своим парнем. Она схватилась за камни, но не удержалась и с криками сорвалась вниз. На вопли сбежались очевидцы, они вызвали медиков и спасателей. Девушка была в сознании. За пострадавшей прилетели на вертолете. Ее доставили в больницу, провели две операции. У нее диагностировали открытый перелом нижних конечностей, перелом позвоночника и перелом костей свода черепа. Сейчас 18-летняя девушка в реанимации, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое. Впрочем, спасатели напоминают, подходить к самому краю скал – это опасно. Случаи падения туристов нередки, и путешественникам стоит самим соблюдать технику безопасности. Вау! Пострадавшим, чьи авто в Челябинске повредил ураган, выплатят компенсацию. Деньги получат, по предварительным данным, 16 человек. Напомним, эти кадры – начало стихии. Сильный ветер и дождь с градом. Вообще дождем! Смотри, снег пошел. Вообще дождем такая. Под удар урагана в Челябинске попал металлургический район. Шквалистый ветер вырывал с корнем деревья и обрывал провода. Шифер летал по всей округе. Вот так, в одну секунду, без крыши остался лабораторный корпус медакадемии. Ветром повалило 260 деревьев, более 600 домов остались без электричества. Пострадала кровля 21 многоквартирного дома, разбиты 12 автомобилей. Апокалипсис просто какой-то. Дороги нет. И вот пострадавшим автомобилистам в металлургическом районе заплатят компенсацию. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию. Общая сумма выплат составит 750 тысяч рублей.